Республиканская благотворительная акция «Даришь книгу, даришь мир» завершилась. Ее участниками стали деятели культуры и искусства, писатели, а также жители Чувашии. Свой однодневный заработок в пользу детей перечислили и сотрудники Чувашского книжного издательства. Подробнее в нашем сюжете. 1 сентября для учеников Калининской и Цивильской спецшкол-интернатов оказался не только днем знаний, но и днем сюрпризов. В подарок от сотрудников Чувашского книжного издательства они получили более 300 книг на чувашском и русском языках. Конечно, цель и задача, основная задача нашего издательства – это чтобы каждая наша книга, выпущенная для наших детей, она нашла своего читателя, поскольку книги наши действительно замечательны не только по содержанию, но и по полиграфическому исполнению, по художественному оформлению. Книжное издательство «Чуваши» ежегодно выпускает более 100 разных книг, но не все издания попадают на стол учеников. Акция «Даришь книгу, даришь мир» помогла детям раскрыть мир увлекательного и познавательного чтения. Мы хотим, чтобы наши дети с ранних лет любили читать. Читать и на родном языке, конечно, тоже. Официально благотворительная акция завершилась. Но стать ее участником можно и сейчас. Для этого необходимо приобрести книги в Чувашском книжном издательстве по льготным ценам и подарить их школьным библиотекам детских домов и многодетным семьям. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов. Республика.